Вот уже который год лучшие люди нашего Отечества напоминают нам о том, что мы должны покаяться за убийство последнего российского самодержца и его семейства. Говорит, что поводом для убийства царской семьи и государя послужил социальный взрыв в обществе. Это некорректно, это позор. Мы не покаялись в самом страшном преступлении 20 века. Расстрелы царской семьи, а с этого все началось дальше. Как это можно про это забыть? Это преступление уже наше сегодняшнее. Забыть про это. Действительно, что для нашего народа может быть важнее сегодня, чем чувство вины по поводу больше века назад убитого монарха? Конечно, миллионы людей в России страдали в то время от гражданской войны, интервенции и белого террора. Но это же чернь, простолюдины. Бабы таких сколько еще нарожают? А тут благородная семья. Да и вообще, про белый террор говорить теперь не очень-то прилично. У нас как-никак согласие и примирение. Это значит, что придумывать о красном терроре можно любые небылицы. А про то, например, как Колчак топил в крови рабочих и крестьян, лучше не заикаться. Адмирал-то теперь у нас почти герой Отечества. «Рабочих арестовывать запрещаю, а приказываю расстреливать или вешать», написал один из есаулов генерала Краснова. Неприятно такое вспоминать. Зверство белочехов и белофинов, жестокость казачьих атаманов Анненкова, Дутова и Семенова. Не надо вытаскивать все эти скелеты из белогвардейского шкафа. Пусть коммунисты не оправдываются белым террором. Неважно, что творили белые. Большевики все равно были обязаны проявлять стерильный гуманизм в каждой без исключения ситуации. Царь-то, батюшка, помните, как всегда переживал за свой народ? Так переживал, что после давки на Ходынском поле, где погибли и получили увечья тысячи людей, торжества по случаю своей коронации не отменил. В тот же день Николай II поехал на бал к французскому послу. Государь потанцевал, поужинал и в 2 часа ночи отправился домой. Наверняка все это он делал через силу. Хотя Сергей Витте, в ту пору министр финансов, рассказывал, что сановники отговаривали царя от посещения посла. А государь будто бы ответил так: «Эта катастрофа есть величайшее несчастье. Но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации. Ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать». Врал наверняка Витте, масон проклятый. Да и вообще, всякий раз, когда народ российский страдал, царь лично был ни в чем не виноват. Это все враги России устраивали. Государь и не предполагал, что подобное могло произойти. А еще коммунисты говорят, что монархов и отпрысков царского рода и раньше убивали. Дескать, короли и королевы гибли во время буржуазных революций, и дело это было исторически закономерное. Мол, один класс, буржуазный, отнимал власть у другого, феодального. При этом буржуазия, бравшая власть в руки, не стеснялась никакого террора. Да и в дореволюционной России с монархами частенько не слишком церемонились, скажут они. Петр III, Павел I убивали не раз и царских детей. Бывало, сами цари убивали. Или, по крайней мере, были не против того, чтобы отправить свое чадо на казнь. А уж с нецарскими детьми, даже благородного происхождения, тем более не цацкались. 3-летнего сына Марины Мнишек повесили безо всякой жалости и снисхождения. Да и ожесточенные гражданские войны начинались в разных странах и в разные эпохи по самым разным поводам. Что на это ответить? А вот что. Одно дело, когда помазанника Божьего отправляют на тот свет люди благородные, чтобы на их место поставить тех, кто их больше устраивает из своего же круга. И совсем другое, когда возомнившие себя свободными холопы избавляются от любых господ, как от класса. Вот это немыслимо. Вот это катастрофа. Разве можно без барина-то жить? У всякого государства, у всякого дела должен быть класс-собственник, класс-хозяин, иначе никакого порядка не будет. Да и нынче, когда фабрики, заводы, газеты и пароходы снова в руках богатых людей, мыслимо ли дело подобные жестокие действия хоть как-то оправдывать? Прогрессирующее имущественное расслоение, которое, может быть, было менее рельефным в условиях экономического роста, на фоне кризиса приводит к открытым конфликтам между обеспеченными людьми и бедными людьми. И во многих регионах мира возрождаются вполне, на мой взгляд, экстремистские учения о классовой борьбе. Вот-вот, правильно, Дмитрий Анатольевич. Поэтому только посыпать голову пеплом, только каяться. И главное, поменьше логики. Не нужно думать, каким образом экономические и социальные причины приводят к революциям и гражданским войнам. Не нужно эти причины изучать и анализировать. Не стоит напоминать о том,
что противоречия между крестьянами и помещиками копились веками. Зачем вспоминать, что после отмены крепостного права лучшие земли так и остались у бывших феодалов? А крестьянство еще почти полвека тащило на себе груз выкупных платежей. Зачем вспоминать бедняков, которым приходилось батрачить на кулаков и помещиков? Зачем вспоминать регулярный голод, низкий уровень доступности медицинской помощи для простонародья, эпидемии, с которыми плохо справлялось государство, узаконенные телесные наказания, унизительное сословное неравенство, презрительные отношения тем, кого называли инородцами? Не надо расстраивать потомков рассказами о тогдашних условиях быта и труда рабочих, о легализованной проституции и о детях, которые вынуждены были продавать свое тело, чтобы выжить. Стоит забыть и о том, что еще в Крымскую войну проявилось серьезное отставание царской России от передовых держав того времени, а в русско-японскую это отставание обернулось большой военной катастрофой. Отсталость сельского хозяйства до революционной России, зависимость ее экономики от западного капитала, низкий уровень грамотности населения. Забудьте обо всем этом уже, наконец. Когда-нибудь потом, господа, обязательно бы наладили жизнь в стране. Если бы не проклятые большевики, которые теперь кичатся своими достижениями и победами. И без них бы дали народу образование, здравоохранение и жилье, и в космос бы полетели первыми. И вообще, что вы, не патриот своей родины? Зачем концентрироваться на этих малозначительных недостатках? Ведь у многих тогда все прекрасно было. Взять хотя бы самого нашего царя-батюшку с его семейством. Для проживания и отдыха августейшей семьи были предназначены многочисленные имения и резиденции. На строительство и убранство одного только белого дворца в Ливадии было потрачено свыше 4 миллионов золотых рублей. В этом дворце присутствовали все технические новшества того времени. Электричество, телефон, водопровод, канализация, лифт, гараж с автомобилями, в том числе любимым автомотором царя Делоне Бельвиль. Гордостью Николая II была императорская яхта «Штандарт». Стоимость 5,5 миллионов рублей. Длина 128 метров. Экипаж 373 человека. Грандиозное судно было оборудовано по последнему слову техники. Воздух в столовой охлаждали электрические вентиляторы, а продукты хранились в холодильнике. Министерство императорского двора покрывало все расходы Романовых на питание, одежду, транспорт, отдых и развлечения. При этом они получали деньги на личные расходы. Император – до 250 тысяч рублей в год, императрица – 209 тысяч. Все члены царской семьи были миллионерами. Капитал семейства только в процентных бумагах по состоянию на 1 мая 1917 года. Император – 908 тысяч рублей, императрица – 1 миллион 6 400 рублей, царевич Алексей – 1 миллион 425 700 рублей. Не обижены были и царевны. Сколько денег было на заграничных банковских счетах Романовых, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но это тоже наверняка миллионы рублей. Разве не должны были рабочие и крестьяне Российской империи и дальше обеспечивать прекрасную жизнь всех этих замечательных господ? Разве не главное в жизни работать на барина и умирать за него? Барину можно простить все. Любое угнетение, любые злоупотребления. Родственники из европейских монарших домов развязали мировую бойню с десятками миллионов погибших и раненых, с невиданными доселе разрушениями и страданиями. Ничего страшного, это же война в интересах крупного капитала, так надо, так получилось. А вот если вдруг бывшего царя, тем более с семьей, убивают в ходе гражданской войны, то это страшнейшее преступление, простить которое невозможно и через 100 с лишним лет. Поэтому все мы теперь до скончания веков обязаны посыпать голову пеплом и каждый раз 17 июля повторять: «Прости нас, государь!» Именно с таким настроем российский народ обязательно выберется из ямы вымирания и деградации, в которой находится уже 30 лет. Так победим! У нас в стране не было покаяния. Это преступление уже наше сегодняшнее. Забыть про это. Понимаете, меня это волнует, что мы такие гады просто. Что мы живем, продолжаем жить, а это как бы забылось.